теплое. Во все, что новое. Какая у тебя любимая игрушка? Автоматы. Как ты думаешь, а кто сделал автомат? Военные или дизайнеры? Как тебе кажется, а кто вообще придумывает игрушки? Производители. Игрушки у нас есть, они хранятся не в таких стильных контейнерах, но их не очень много. Да. Животные. А, это пазлы. Ну, это я умею. Как тебе пазл? Хороший. Как ты думаешь, он для детей какого возраста? До 4, 3, 5, 6 лет. Мне кажется, похоже на средневековый, на зоопарк. Змея, слон, птичка, какой-то ящер. Это анальярблюдо, только он не влезет. Неправильно все. Дайте попробую. Слон в слоне, это легко собрать. Так? Да так. И все. Ставишь слона, ставишь вот так второго слона. И третьего слона ставишь. Ставишь. Вот этот больше нравится. Он такой яркий, красочный. И цветной. А этот вообще какой-то не цветной, деревянный, коричневый. Я бы их разукрасила, украсила. И не было таких форм. До 3, 4, 5, 6, 7. Малышам же надо во что-то играть. И они играют вот примерно в такие игрушки. Каждый охотник желает знать, где сидит ворон. И все. Ее, например, разбирают. Снова накладывают. А зачем? Ну, потому что это интересно. А тебе сейчас не интересно уже? Конечно, потому что я уже выросла и играю в другие вещи. Прикольнее собирать, чем пирамидку. Пирамидку легко, она от одного годика, а это уже от 7 или больше конструктор. Поэтому мне это нравится. Ну, малышам интереснее таким, а вот по моему возрасту больше интереснее этот. Только непонятно, как собирать. Но они не отлепляющиеся. Ну, соединить некоторые части. И получится, например, вот такие животные. На что они похожи? Вот это на собачку, это на овечку. Это песик. Делаем так, что это кошка, это котенок.